Дорогие друзья, с вами снова я, Афина, и сегодня будет критика на канал Sweet Animator, или же Сладкий Аниматор, как это переводится. Я выбрала ее три меми, не буду вас долго задерживать, давайте начнем. Шапка довольно хорошая, она обработана и прекрасно вписывается в тему. Фон бы я посоветовала сделать чуть поярче, так было бы интереснее, хотя в принципе довольно хорошо вписывается. Дальше аватарка, она сильно сливается. Я бы посоветовала бы сделать тени чуть-чуть потемнее. Так было бы лучше. То есть она бы не сливалась все в одно пятно. Так хорошо. Так, начнем с теперь мими. Первый кадр. Клювик сильно высоко, а также он не острый. Если это птичка, то клювик острый. Глаза немножко пониже и более круглые. Дальше. Этих белых персонажей можно было чуть-чуть получше прорисовать, чтобы выглядело более опрятно. То есть так просто начеркано, знаете, как набросок. Я бы посоветовала бы лучше прорисовать детализацию даже у маленьких деталек. Пятно нарисовано хорошо, но глаза, цветная радужка очень сильно заплывает на белок. Рот не прорисован, то есть, ну нет тени хорошей во рте. Его хоть и видно, но не плохо. Нет тени под головой, нет теней на крыльях, а также нет разделения между лапок. Так все нормально. Вот этот кадр, тут не хватает тени на крыле, под крылом, и как называется. Клювик не острый, у птичек он острый. Цветная радужка сильно заплывает на глаз, прям очень сильно. Нет теней на хвостике. Лапы очень сильно странно выглядят, очень сильно странно. То есть не может быть такого. Если это вот в такой позе, то есть вот оно, крылышко, все на месте, то лапы должны быть как минимум вот так. Сейчас синим даже покажу. То есть вот оно, раз лапы, и лапа должна быть вот так два. Вот так это должно было выглядеть. Ладно, дальше. Нет тени на пятне, ну вот около пятна. Видно, что оно не на перьях. Тут пятно очень маленькое, его можно было бы увеличить. Нет тени на крыльях и под головой. Есть, либо они есть, но очень маленькие. Клювик не острый, опять же. Глаза заплывают. То есть радужка заплывает на белок. Слезы непропорциональные. Я бы сделала их вот такими. Ну, хотя это твой уже вариант. Дальше. Кстати, еще отсутствует один глаз. Наверное, так и должно быть. Ладно, дальше. А дальше у нас следующая мими. И это ремейк. Начинаем. Хочу сказать, что ты делаешь успехи, большая молодец. Тут тоже есть за что можно поругать, как можно сказать, если это мягко сказать. Нет теней у рук, ну, то есть разделения от тела, от руки. Тут бы можно было бы сделать побольше теней. Под головой нету нормальной тени. Хотя, может, так и должно быть. Нет тени внутрика ушей, они бы тут очень пригодились. Насчет ошибки вот тут вот, я не знаю.
потому что это может быть в ее стиле не ошибка. Так, я вижу, что она не рисует брови, но брови я рисую вот так. Ладно, вот на котах именно. Ладно, продолжаем. Момент с лапами. Я не хороша в рисовании фури, но сейчас скажу кое-что. Если ты идешь, то лапа будет правильно. Но если ты стоишь, то вторая лапа будет вот так вот. Как я понимаю, я просто чертила в твоем стиле вторую лапу. А также хвостик, он может быть подлиннее, раз уж это кошечка. Если кошечка, то он может быть и подлиннее. То есть, например, вот такой. Даже синим прорисую, то может, плохо видно, вот так вот. Еще он не может быть не такой растрепанный. Вот так вот, например, может это выглядеть. Ладно, дальше. Понравился этот момент, и давайте его проделаем. Слезы я бы сделала начало слез, то есть вот эти детальки. Тени, как всегда. Вот все как практически там в позапрошлой работе, тут все в тени, тени, тени. Тени в ушах, все, в общем, похожее. Также разделение между рук то же самое. А также тени можно и на крыльях сделать. А также немножко непонятные сильные жирные крылья. Сейчас покажу, как я рисую крылья. Что же тени на морде, чуть не забыла. Как я рисую? У драконов крылья я рисую вот так, но они у меня не настолько жирные. Но так думаю, это очень хорошее меме, и мне все понравилось. Ладно, давайте к следующему меме перейдем. Отдельно поговорить об этом меме. Два минуса я нашла. Оно сильно зациклено на одних кадрах, хотя довольно хорошее. Но и второй минус сильно режет глаза. То есть очень быстро, ну прям реально. Я бы посоветовала сделать его чуть-чуть помедленнее. Ладно, давайте перейдем к исправлениям. Вот так выглядит с исправлениями первый кадр. А еще я бы сказала бы ухо можно было бы сделать поменьше. Надо сделать тени. Очень сильно было бы лучше. Вот тут тень, на носу тень. Ну, в общем, побольше теней, потемнее. И вот так бы выглядело бы это с исправлениями. Как вы считаете, было бы получше? Я считаю, что было бы получше. Это чисто в моем стиле я сделала тени. Ты могла бы их сделать по-другому. Ладно, следующий кадр. Уши слишком большие. Внутричок можно было сделать тоже чуть поменьше, если так уши очень сильно большие и не одинаковые. Хотя может быть так, но очень редко. Тень очень маленькая, и уши сильно сливаются. Вот так бы это выглядело, если бы ты взяла мои исправления. Вот так вот. Конечно, я прям не идеально нарисовала уши. Внутричок можно было сделать, например. Ой. Ну вот так вот, например. Вот так вот, по-другому. Как я, например, даже сама неправильно нарисовала. Вот, например, внутряк можно было сделать вот так вот. Вот сейчас исправлю сама себя. В общем, как-то так вот. Сейчас. Да блин. Вот так. Вот так бы выглядело более-менее красиво. Ладно. Ну, хотя и так у тебя очень красиво получилось, но продолжаем, ладно, не буду вас задерживать. На этом кадре отсутствуют тени. Лапка сделана очень хорошо, и мне очень понравилось, как ты нарисовала. Ну вот тени, вот запомни, тени. Вот так бы выглядело, если бы это были бы тени. Да, я просто взяла кадр из видео и добавила бы тени. Вот так бы это выглядело. Мне кажется, было бы намного лучше, если ты добавила тень. Было бы понятно, разделение между лапками было бы как будто бы ярче. Ладно, дальше. Последний кадр, он очень похож на первый кадр, но немного более исправлен. Тень, как я уже и говорила, тени под носом, а также ухо слишком большое, оно могло быть бы поменьше. Так бы это выглядело с моими исправлениями. Я просто брала, тут закрасила ухо и... в смысле? Я просто тут закрасила ухо, и получилось у меня как-то так. Я постаралась сделать максимально в твоем стиле, но у меня не очень получилось. Как-то вот так вот. И да, это последний кадр. На этом все. Буду заканчивать ролик. Всем пока-пока, дорогие мои друзья. Всем удачки.
Конечно же, обязательно. И если вы захотите еще таких роликов, то я, конечно же, их сниму. Всем пока-пока. Thank you.